Фотограф из Карелии Ксения Хаунд написала книгу о заброшенных замках и домах Европы. В издании «Следуя за призраками» собраны истории 38 забытых зданий. 4 года вместе со своим спутником Вадимом и собакой Герой Ксения исследует замки королей, писателей и криминальных авторитетов. Виллы и особняки, до сих пор наполненные вещами своих бывших хозяев, заросшие травой, парки развлечений, церкви и психиатрические лечебницы. Follow the ghost, следуя за призраками. Но здесь скорее такая метафора, потому что призраки – это сами эти дома, которые, подобно привидениям, остаются в нашем современном мире, в наших современных реалиях, уже не актуальные, разрушающиеся и исчезающие. Книга – своеобразная энциклопедия заброшенного мира. Каждому из мест посвящена отдельная глава с фотографиями, историческая справка места и биография бывших владельцев.